Очень веселая трасса сегодня была. Сложная. Блуждали все. Но штурман молодец сегодня. Вывел. Практически вторую группу машин из песков вывели и вышли на финиш. Как я обещал организатор Якубов, что все будут блудить. Это и правда, все блудили. На 260-м километре Малыш лежит на крыше. Он поймал яму 2. Весь пилотон за нами. Ну, получается, вторая десятка за нами едет. Вторая, вы девятые сейчас. Блудили только так. Пришли девятые, говорят. Круто. 20-е выезжали. Ну, денек сегодня. На самом деле, настоящая навигация по категории сложности 9-10. Очень много петляющих дорог. Очень много одинаковых дорог. Нет никакой... Мало где можно сориентироваться. То, что надо. И здесь, конечно, сегодня и скорость. Максимальная скорость присутствовала очень часто. И, конечно, для штурмана было много работы. При этой большой скорости успевать сориентироваться еще и в пыли. Это на самом деле большая работа. Сегодня респект нашему штурману. Мы особо не блудили, пару раз сбивались с курса, но быстро восстанавливали. За весь этап нас ни один не обогнал, только мы идем на опережение. То есть наш темп хороший. Машину начинаем понимать, конечно, ей тоже достается. Видели очень много разбитых машин, сегодня очень тяжелая такая трасса, очень много поперечных канав, все туда влетали, кувыркались, делали уши, не знаю, очень много разбитых машин.
Ну, а так все хорошо. Машина едет, мы вкатываемся. Думаю, завтра будет то же самое. В принципе, если быстро не ехать, то ты попадаешь все нормально. Правильно. Трек. Да. Если начинаешь чуть-чуть гулять с трека, ракета 20-30, а потом они перерастают в соточку, и можно просто сбить свой курс. Перескочить правильный поворот, а потом встать ненаверный курс. Колесо, не знаю, как мы доехали, может быть, еще километров 10-15, и оно бы взорвалось. Это от удара, где вы прыгнули, да? Нет, скорее всего, от перегрева, может быть, старая резина. Когда перегревается колесо, вот, вот такие вещи происходят. А где вторая машина мазовская, не пришла еще? Первая прошла, это вторая стоит. Ага. Айден приехал? Приехал, уже ушел. Приехал? 10 минут назад. 10 минут? Ага, что-то потерялся. Да, 10 минут назад приехал. Ух ты! Только что мы прибыли на финиш. Последние 30 километров пути должны были стать очень быстрыми, но стали очень долгими из-за навигации. Проблемы с навигацией, роутбук не бьется, еле-еле по координатам, по объектам наземным. Мы вышли на трассу, на трек, и вот доехали. Потеряли, наверное, минут 50 на все про все.